Не пугайся, это всего лишь я. Со мною ничего. Это тебе опасность угрожает. Из тупика, куда ты угодил, спасенье есть. Так выслушай меня. Мне ведомо, как умирает архидемон. Что серый страж приносит жизнь в жертву, а это можешь оказаться ты. Пришла тебе сказать я. Есть путь иной, и уцелеешь ты. Я предлагаю выход всем серым стражам, чтобы впредь им не жертвовать собой. Ритуал. Его исполнить надо пред битвой под покровом ночи. Древней магии из тех времен, когда и круга магов не было в помине. Кое-кто назвал бы это магией крови, но ведь это лишь слова. Есть в мире много, что куда страшнее слов. Что предлагаю я? Возлечь со мною. Скорее, нынче, ночью. От этого соития дитя я понесу. Дитя воспримет скверну от отца. Когда же архидемон падет, то дух его к младенцу в моем чреве устремится, как к маяку. Столь ранний плод воспримет этот дух, но не погибнет. А погибнет архидемон, и стражи серые при этом уцелеют. Нисколько. Совсем иным он станет. Дитя появится на свет с душою древнего бога. Когда все кончится, дозволь мне удалиться и не иди за мною. Навсегда. Дитя моим останется. Его возвращу, как пожелаю. На это сильно полагалась мать, когда меня с тобою отправляла. Она раскрыла тайну ритуала и рассказала мне, что делать и когда. Тебя не удивило это, правда? Теперь ты понимаешь, зачем спасала Флемидж жизнь твою и столько помогла? За этим самым. И важно, что тебе я это предлагаю лишь сегодня. Все пройдет как надо, и жизнь твоя останется тебе. Как тебе будет угодно. Хотя на утро ребенком рановато называть. Нет, вреда ему не будет, но он изменится. Позволь сказать, я жажду существа древнего бога, каким он был когда-то, а не тех темных сил, кое это существо извратили. Есть в мире и такое, что стоит сохранения. Из этого твори, что пожелаешь. Я говорить тебе об этом не хочу. Ребенок воплотит свободу древних сил. Шанс возродиться незапятнанным злой скверной. Таких причин довольны для тебя? Растить младенца буду я вдали от мира. Ему привью почтение к истокам, из коих он родится. Что будет сверх того, тебе не надо знать. Нет, никогда. И это все, что я прошу за избавление тебя от той судьбины, что стража серая взвалила на тебя. Так что решил ты? Мудрое решение. Тогда пойдем ко мне. Для нас последней станет эта ночь. Сполна должны мы насладиться ею.